Уважаемые коллеги, добрый день. Сегодня 16 ноября 2015 года научное общество медицинских инноваций завершает цикл вебинаров «Актуальные вопросы гематологии», посвященные современным аспектам диагностики и лечения миелопролиферативных заболеваний и талассемий. Цикл вебинаров был ориентирован на специализированную аудиторию – это врачи-гематологи и патоморфологи. Тема нашего сегодняшнего заключительного вебинара – диагностика и лечение миелофиброза. Вместе с нами в нем участвуют на прямой связи врачи-специалисты города Нальчика. Мы их приветствуем в студии. А вместе со мной в московской студии находится старший научный сотрудник гематологического научного центра Ирина Николаевна Субрцева. Добрый день, Ирина Николаевна. Добрый день, глубоко уважаемые коллеги. К нам в просмотре этого вебинара могут присоединиться все слушатели, которые смогут посмотреть сегодняшнюю трансляцию на сайте www.medanova.org. У всех слушателей есть возможность задать свои вопросы в чате, мы обязательно адресуем их нашим экспертам. Сегодняшний вебинар будет содержать клиническую и диагностическую части. В рамках диагностической части мы услышим лекцию Аллы Михайловны Ковригиной, это руководитель патологоанатомического отделения гематологического научного центра. Тема лекции Аллы Михайловны звучит как «Патоморфологическая дифференциальная диагностика первичного миелофиброза». Все, наверное, хорошо гематологи помнят гениальное совершенно прозрение Домешика, которое объединил по клиническому фенотипу нозологии, эритремия, эссенциальная тромбоцитемия и то заболевание, которое несколько раз меняло свое название: идиопатический миелофиброз, субликемический миелоз, агногенная миелоидная метаплазия. А сейчас уже получила название первичный миелофиброз. Прошло несколько десятилетий. В 2005 году была выявлена основа, единая основа молекулярного патогенеза для этих заболеваний, мутация JAK2, JAK-STAT, сигнальница, токиновый путь. Позднее были выявлены другие мутации рецептора тромбопоэтина MPL и калеретикулин буквально в 2013 году. С точки зрения молекулярного патогенеза многое становится понятно. Понятно, почему эти заболевания объединены в единую группу фи-негативных миелопролиферативных заболеваний. На сегодняшний день это истинная полицитемия, термин эссенциальная тромбоцитемия, первичный миелофиброз, идиопатический миелофиброз. Мы больше этот термин не используем. Но на дворе уже теперь 21 век и время доказательной медицины, и одним из основных доказательных принципов является морфологическая диагностика заболевания. Первичный миелофиброз, ключевое значение имеют такие понятия, как морфология, атипия, пролиферация, топография, именно элементов мегакариоцитарного ростка, и мы сегодня это увидим на слайдах. Безусловно, оценивается клеточность костного мозга, степень выраженности гранулоцитарного эритроидного ростков, что имеет дифференциальное значение. Необходимо для взаимодействия гематолога, онкогематолога и патологоанатома предоставление лабораторных данных, гемограмма, анамнез, предшествующая терапия, длительность. Итак, в основе дифференциальной диагностики фи-негативных миелопролиферативных заболеваний. Что мы должны оценивать? Клеточность костного мозга обязательно относительно возрастной нормы. Расширение одного, двух или трех ростков миелопоэза. Имеется в виду гранулоцитопоэз, мегакариоцитопоэз и элементы эритропоэза. Обязательно оцениваем пролиферацию, гистотопографию, морфологию мегакариоцитарного ростка. И мы разделяем на сегодняшний день понятие дисплазия. Это есть определенные признаки морфологические, характерные для миелодиспластических синдромов, и термин атипия и пролиферация. То, что мы используем по отношению к фи-негативным миелопролиферативным заболеваниям. Термин атипия, он такой всеобъемлющий и имеет различные морфологические дифференциальные признаки, скажем, для первичного миелофиброза, истинной полицитемии и эссенциальной тромбоцитемии. Я постараюсь это показать сегодня. Итак, ключевое звено – это топография и морфология атипия мегакариоцитарного ростка. Еще раз бы хотела подчеркнуть, что на сегодняшний день это комплексная диагностика, и миелопролиферативные заболевания становятся почти вровень с лимфомами.
Хорошо известно, что для диагностики лимфомы используются, помимо клинических данных, иммунофенотипирование, иммуногистохимическое исследование или проточная цитометрия, используются молекулярно-генетические данные, и все это необходимо предоставлять врачу-патологоанатому. Ровно это же можно отнести к миелопролиферативным на сегодняшний день фенеготипным и фи-позитивным заболеваниям. Вот если мы посмотрим, воспроизводимость гистологических критериев сопоставима с лимфомами без учета клинико-лабораторных данных, это всего 53%, при лимфомах 40%. А если мы представляем клиническую картину течения заболевания, то это уже 83% и 86% для лимфом. Еще раз наши зарубежные коллеги подчеркивают, что это комплексный диагноз, и необходимо учитывать как морфологические, молекулярно-генетические данные, так и клинико-лабораторные данные. С Вадимом Александровичем Байковым мы написали учебное пособие для врачей-патологоанатомов. Оно поддержано компанией «Novartis», издание этой книжки. И вот такое разработали направление на гистологическое исследование, в котором помимо указаний фамилии, имя, отчество пациента, пол, возраст, адрес, направительный диагноз, необходимо предоставить данные о спленомегалии, наличие или отсутствие тромбозов, портальной гипертензии, гемограмма, желательно в динамике, данные миелограммы, если они есть, и обязательно предшествующая терапия, потому что это очень важно для оценки морфологии и тех изменений, которые морфология миокаридистального ростка и вообще элементов миелопоэза, которые могут вызвать те или иные препараты. Хорошо известны признаки патоморфоза при гидре, интерфероне и данные молекулярного исследования. Итак, на сегодняшний день мы пользуемся классификацией ВОЗ 2008 года, и среди главных критериев это исключение других миелопролиферативных заболеваний. Мы оцениваем наличие пролиферации, мы называем, или гиперплазии, неупотребляемый термин, миокаридистарного ростка, признаки атипии, реакция двух других ростков, гранулоцитопоэза, эритропоэза. Мы исключаем целый ряд других заболеваний, хронические воспаления, инфекции, остеопатия, аутоиммунные заболевания. Нужно сказать, что мы не должны путать термин «первичный миелофиброз» с термином «миелофиброз», потому что миелофиброз – это, по сути, фиброзирование костно-мозговых полостей с вытеснением элементов миелопоэза. Вот то, что мы вкладываем в морфологическое понятие. Миелофиброз может быть вызван метастазами каких-то эпителиальных опухолей или реакцией на лимфому, или организация присуществующего некроза вследствие вирусной инфекции. Очень много причин. Кроме первичного миелофиброза, есть в литературе еще термин аутоиммунный миелофиброз, который сопровождает аутоиммунные заболевания. Не всегда это ревматоидный артрит или системная красная волчанка. Характеризуется фиброзированием полостей, костно-мозговых полостей, но без признаков атипии, миокаридистарного ростка и нарушения топографии мегакариоцитов. Как правило, выявлено, присутствует лимфоидная инфильтрация. Сегодня мы говорим о клональном миелопролиферативном заболевании, первичном миелофиброзе, который имеет пролиферативную фазу, пролиферация элементов гранулоцитопоэза, миокариоцитопоэза, который нередко имеет и вторую фазу, это неэффективность гемопоэза, которая приводит в части случаев к МДС, ХММЛ, хроническому миеломанцитарному лейкозу, заболеванию из группы МДС-МПЗ или возникновению острых лейкозов. А только что мы видели главные критерии, но существуют в классификации ВОЗ 2008 года еще и минорные критерии, такие как лейкоэритропластоз, очень устойчивый и характерный признак для первичного миелофиброза, увеличение лактатдегидрогеназа, анемия, спленомегалия. И диагноз первичного миелофиброза устанавливается при наличии трех главных критериев и двух минорных или малых критериев. Совершенно очевидно несоответствие минорных критериев при фиброзной ранней стадии первичного миелофиброза. Это широко обсуждалось в литературе, когда еще нет спленомегалии, когда нет лейкоэритропластоза, но тем не менее в трепанной биоптазии морфологической картины соответствует ранним стадиям первичного миелофиброза. Будут внесены изменения в классификацию ВОЗ 2016 года. Это адаптированная
классификации с внесением изменений, и будет учитываться три главных критерия. Это пролиферация типей миокарда старного ростка, часто с ретикулиновым коллагеновым фиброзом 2-3 степени. Напомню, что ретикулиновый фиброз – это наша стандартная рутинная окраска по гаморе, импрегнации серебром, и мы каждый трепанный биоптат должны окрасить срезы по гаморе и отчитаться в нашем заключении патологоанатомическом о степени фиброза. Далее, второй критерий. Нет критериев, удовлетворяющих истинной полицитемии, эссенциальной тромбоцитемии, миелодиспастическим синдромом, позитивному хроническому миелоликозу или другим миелоидным опухолям. Третий главный критерий – наличие одной из трех главных мутаций – JAK2, калеретикулин и MPL. В их отсутствии дополнительно будет рекомендоваться поиск других клональных маркеров – это соматические мутации генов, участвующих в эпигенетической регуляции, факторы сплайсинга РНК, онкогенные факторы, транскрипционные факторы, факторы моделирования хроматина. Здесь перечислена лишь некоторая их часть. И, конечно, исключение реактивного тромбоцитоза, который может быть и при кровопотере, и после спленэктомии, при целом ряде других процессов, при опухолях. Минорные критерии претерпели изменения, то, что предлагается в новой редакции ВОЗ 2016 года. А именно, давайте обратим внимание, анемия, не связанная с коморбидностью, имеется в виду пациенты старшей возрастной группы, пальпируемая селезенка, увеличение ЛДГ выше нормы, лейкоэритробластоз и лейкоцитоз более 11 тысяч. И для диагноза первичного миелофиброза будет достаточно три главных критерия: обязательное исследование трепанобиоптата костного мозга и один минорный. И в этом случае при фиброзной ранней стадии первичного миелофиброза вполне будет отвечать как главным, так и минорным критериям классификации ВОЗ. Какие клинико-лабораторные данные нам необходимы для гистологической диагностики первичного миелофиброза? Тромбоцитоз, если он есть, то его уровень, его значение, анемия, если есть пленомегалия, лейкоцитоз, его значение. Если есть молекулярные исследования, то это мутация JAK2, калеретикулина или MPL, значение лактатдегидрогеназа, уровень, превышающий нормальное значение, и обязательно предшествующая терапия, потому что предшествующая терапия может иметь те морфологические признаки патоморфоза, которые имитируют иногда миелопролиферативные заболевания. Давайте рассмотрим конкретный пример. Это пациент 51 год с пленомегалией выраженной. У пациента в анализе крови анемия, тромбоцитоз, левый сдвиг. Но при исследовании трепанобиоптата мы видим лимфоидные очишки, расположенные межпаротрабекулярные, представленные неправильными центроцитоподобными небольшими лимфоидными клетками с примесью крупных клеток с морфологией центробластов. Эти очишки нечетко очерчены. Это субстрат поражения при Б-клеточной лимфоме селезенки из клеток маргинальной зоны, вовлечение костного мозга. А первичный миелофиброз может возникать не только деново, и мы разделяем префиброзную /раннюю стадию его и вторую стадию фиброзную и остеосклеротическую фазу, но и в результате трансформации. И я эти примеры покажу. На сегодняшний день мы можем морфологически различать с той или иной долей вероятности, что это деново, первичный миелофиброз, либо это миелофиброз, который возник в результате трансформации. Не далее, как сегодня к нам пришел в патологоанатомическое отделение гематологического научного центра пациент с анамнезом истинной полицитемии 17 лет. В настоящее время при исследовании трепанобиоптата костного мозга у него есть признаки трансформации в миелофиброз. Морфологически есть различия от первичного миелофиброза. Вот такую базу данных мы начали вести в патологоанатомическом отделении гемцентра. И по нашим данным, истинная полицитемия вышла на первое место за последние два года. Второе место по частоте занимает первичный миелофиброз. Эссенциальная тромбоцитемия отодвинута на третье место по частоте встречаемости. Это пациенты гематологического научного центра. Ирина Николаевна хорошо знает эти данные. Мы вместе их собираем. Вопросы патогенеза, дифференциальная диагностика ранних стадий первичного миелофиброза, эссенциальная тромбоцитемия. Почему это важно? Потому что совершенно различна терапевтическая тактика и подходы, и
прогноз течения заболевания, что это эссенциальная тромбоцитемия или первичный миелофиброз. Низкий уровень прогрессии миелофиброза при эссенциальной тромбоцитемии, действительно, мы это крайне редко видим у наших пациентов. Менее 5% это трансформация в острый миелоидный лейкоз или миелодиспастический синдром, в то время как при фиброзной ранней стадии первичного миелофиброза в 60-65% случаев в течение первых 5 лет может прогрессировать фиброзную стадию. Вместе с тем у нас есть так называемая группа долгожителей под наблюдением Анаиды Львовны Меликяна и Ирины Николаевны Собрцевой, которые на протяжении 10 лет и более пациенты с первичным миелофиброзом ранней стадии без трансформации в фиброзную стадию. А ретикулиновый фиброз первой степени – неблагоприятный прогностический признак при эссенциальной тромбоцитемии. Всегда при исследовании трепанобиоптата мы оцениваем клеточность. Вот здесь представлена возрастная норма, она достаточно хорошо просчитывается, 100% минус возраст, вот та примерно клеточность, которую должна занимать кровотворная ткань в трепанобиоптате костного мозга. Пример: пациентка 38 лет, и мы всегда должны знать возраст пациента для того, чтобы оценить клеточность. Это нормоклеточный для ее возраста костный мозг. В данном случае пролиферация мегариоцитов, зрелая морфология, крупные гигантские формы с гиперсегментированными ядрами. Вот такая мы видим широкая эозинофильная цитоплазма. Клетки расположены разрозненно, в основном межторбикулярно, не формируют рыхлых или плотных кластеров. Рыхлый кластер – это 3 клетки и более, плотный кластер – это клетка, это скопление клеток, не имеющих между собой элементов гемопоэза, и высокий уровень тромбоцитоза. Совершенно различная выживаемость пациентов с эссенциальной тромбоцитемией и первичным миелофиброзом. Вот та верхняя кривая – это эссенциальная тромбоцитемия. Данные обобщены на больших группах пациентов. Это активные публикации в зарубежной литературе в течение 2011-2013 года, когда действительно актуально было введение критериев, повсеместное распространение критериев дифференциальной диагностики эссенциальной тромбоцитемии и первичного миелофиброза. Вот на этом слайде мы видим вот такую выраженную атипию с гиперхромией элементов мегарицитопоэза, формирование скоплений, которые называются кластерами, в данном случае это крупные рыхлые кластеры, между мегариоцитами еще находятся элементы гемопоэза. А клетки выстраиваются в виде цуга. Клетки гранулоцитарного ростка вот очень хорошо видно. Это косвенные признаки ретикулинового или, возможно, даже коллагенового фиброза. Гиперклеточный костный мозг в любом случае, здесь практически нет липоцитов. Синусы резко расширены, и в их просвете вот, мы видим, готовится уже выйти в просвет синусоидного сосуда мегариоцит с атипичной морфологией. Мы не можем на глаз определять фиброз, мы должны выполнить окраску по гаморе, в данном случае МФ2, и это фиброзная стадия первичного миелофиброза. Вот такой клинический пример. Молодая пациентка, 28 лет, с большой селезенкой, селезенка до 30 сантиметров, лейкоциты субнормальное значение, 8 тысяч, эритроциты в норме, тромбоцитоз. Выполнена трепанобиопсия, мы видим гиперклеточный костный мозг, преимущественно за счет расширения двух ростков, гранулоцитарного и мегарицитарного, что характерно для первичного миелофиброза. Также на этом слайде представлен участок формирования кластеров, в данном случае рыхлых, паратрабикулярное расположение, тенденция к паратрабикулярному расположению и диагноз первичный миелофиброз. Единственное, что ретикулиновый фиброз составляет только первую степень, и не совсем понятно, почему такая большая селезенка. При ультразвуковом исследовании был выявлен тромбоз селезеночной вены, были выявлены инфаркты, была проведена спленэктомия. Первичный миелофиброз имеет очень характерные признаки в своей фиброзной стадии. Это резкая дилатация сосудов синусоидного типа, атипичные мегакариоциты в просвете синусоидов. Иногда гипоклеточный костный мозг с таким отеком и фиброзом струм, редукция эритроидного ростка. Еще один
Пример – резко расширенные синусоидные сосуды, изменение костных балок, АТП, уродливые совершенно миокариоциты, которые располагаются паратрабекулярно или имеют тенденцию к паратрабекулярному расположению. Остеосклеротическая стадия – это остеосклероз костных балок, сужение костно-мозговых пространств и, как правило, это МФ третьей степени, степени ретикулиного фиброза. А кроме трудностей дифференциальной диагностики с эссенциальной тромбоцитемией, есть еще и трудности дифференциальной диагностики с истинной полицитемией. Я бы сейчас хотела еще немножко вернуться к эссенциальной тромбоцитемии и сказать, что группа во главе с Юргеном Тиле и Хансом Михаилом Квасника провела большую работу, это более многочисленные публикации, начиная с 2000 года, в течение 10 лет, которые показали, что эссенциальная тромбоцитемия, раньше это была гипердиагностированная группа пациентов, и 30% из них на самом деле являются ранней стадией первичного миелофиброза при тщательном исследовании трепанобиоптата костного мозга и динамическом наблюдении пациента. Дело все в том, что активно использовалась в Европе классификация и рекомендации PV стадии групп. Это группа по изучению истинной полицитемии, она возникла еще в 90-е годы. Вот по критериям PV стадии групп не обязательно было исследование трепанобиоптата костного мозга, допускалась увеличенная селезенка, и часть этих пациентов на самом деле имели не эссенциальную тромбоцитемию, а раннюю стадию первичного миелофиброза. Публикация данных по эффективности анагрелида подтвердила, как все-таки важно правильно диагностировать, и вот те сведения о том, что анагрелит может увеличивать степень фиброза стромы, они потом подверглись пересмотру диагнозов, и в 2013 году в Бладе Михаил Квасников с большой группой клиницистов, патоморфологов опубликовал данные о том, что анагрелит не влияет на увеличение степени фиброза стромы. В данном случае это были ошибочные диагнозы, эти случаи были отнесены к ранним стадиям первичного миелофиброза. Вот такая связь, казалось бы, между только диагностикой и течением заболевания, прогнозом заболевания и использованием новых препаратов. Итак, истинная полицитемия, ранняя стадия, не менее трудна в своей дифференциальной диагностике в этой группе заболеваний фенегативных, чем эссенциальная тромбоцитемия. Надо сказать, что в дебюте всех трех фенегативных миелопролиферативных заболеваний может быть лейкоцитоз, может быть тромбоцитоз, а вот эритроцитоз встречается как при истинной полицитемии, так и при ранней стадии первичного миелофиброза. А в критерии ВОЗ 2008 года введены совершенно жесткие критерии уровня гемоглобина. Но сразу после выхода классификации ВОЗ 2008 года в литературе начались публикации, исследования о том, что почти половина пациентов с истинной полицитемией не удовлетворяет уровню гемоглобина по критериям ВОЗ. Противоречивые данные по стабильности критерия гематокрита. Более надежные критерии – это масса циркулирующих эритроцитов, дорогостоящие, малодоступные исследования, оно, в общем, выполняется только в крупных научных центрах. А 20% пациентов с истинной полицитемией имеют нормальный уровень эритропоэтина. Вспомним, что по критериям ВОЗ уровень эритропоэтина должен быть снижен. Кроме того, выявлена латентная стадия истинной полицитемии. Значит, морфология истинной полицитемии. Давайте посмотрим. Развернутая стадия, совершенно воспроизводимость высокая, четкие критерии. Это гиперклеточный костный мозг, это расширение трех ростков миелопоэза с омоложением граундстарного, эритроидного ростка. И вот такую пролиферацию и своеобразную морфологию, совершенно типичную морфологию для истинной полицитемии. Преобладают крупные клетки, есть гигантские клетки, безъядерные формы, что отражает зрелую морфологию опухолевого пролиферата, клонального пролиферата. На кластеров, как правило, нет, или есть какие-то рыхлые кластеры, или группы клеток по две, скажем, в основном межтрабекулярно. А в то же самое время вот эта пациентка, у нее нормальный уровень гемоглобина, пациентке 67 лет, у нее тромбоцитоз, у нее немного более высокий уровень лейкоцитов, чем в норме, выявлен ЖАК, и морфологически совершенно те же самые критерии истинной полицитемии. Это действительно раннее проявление истинной полицитемии, и при динамическом наблюдении этот диагноз был подтвержден.
Латентная истинная полицитемия, мы исследовали эту группу пациентов, часть из них протекает с абдоминальными венозными тромбозами, и вот по нашим данным, это 30% этих пациентов имеют диагноз истинной полицитемии. И, как правило, это низкий уровень гемоглобина или нормальный уровень гемоглобина, не отвечающий критериям ВОЗ. Вот в данном случае гематокрит 0,45, уровень гемоглобина нормальный, без эритроцитоза, лейкоцитоз, тромбоцитоз, но это морфологическая картина истинной полицитемии, так называемая латентная ее форма. Надо сказать, что воспроизводимость критериев истинной полицитемии очень высокая. И эти данные также были опубликованы в 2015 году, если мы сопоставляем развернутую стадию, раннюю стадию и латентную стадию истинной полицитемии. Критерии те же самые, и морфологическая картина воспроизводима, различия могут быть в клеточности костного мозга. Первичный миелофиброз у пациентов с абдоминальными тромбозами, вот давайте посмотрим, тромбоцитопения у половины пациента выявлена, и анемия у всех пациентов. Степень миелофиброза колеблется от первой степени до третьей степени. А пациенту 48 лет, тромбоциты нормальное значение, но у него большая селезенка. Абдоминальные тромбозы выявлены при ультразвуковом исследовании. В данном случае пролиферация миокардиоцитарного рассказа, ATP, формированием кластеров, увеличение, резкое расширение гранулоцитарного ростка. Диагноз первичного миелофиброза. Обязательно определение степени миелофиброза, первая, вторая степень. Вот атипичные миокариоциты с незрелой морфологией, нарушено соотношение ядра и цитоплазмы, гиполобулярные, гиперхромные ядра. Формируют кластеры. В данном случае плотный кластер 4 клетки. Трансформация истинной полицитемии в миелофиброз возможна. Я уже привела такой клинический пример. Мы оцениваем морфологически трансформацию истинной полицитемии, оцениваем при окраске по Каморе степень ретикулиного фиброза, коллагенового фиброза при окраске по Массону. И имеем в виду, что истинная полицитемия может трансформироваться не только в миелофиброз вторичный, но и в миелодиспастический синдром или заболевание из группы МДС-МПЗ, хронический миеломоноцитарный лейкоз. Это наблюдение из нашей практики, консультативный материал с 2009 года у пациентки истинная полицитемия, длительная терапия гидро, кровопускание. В марте 2015 года увеличивается селезенка, гемоглобин повышается, гематокрит высокий, тромбоцитоз, лейкоцитоз. И морфологически мы видим, с одной стороны, морфологические признаки миокардиоцитарного ростка, удовлетворяющие диагнозу истинной полицитемии. С другой стороны, нарастает эозинофилия, признаки фиброза стромы, это признаки трансформации истинной полицитемии в миелофиброз. И вот еще уже есть признаки кластеризации, атипии миокардиоцитарного ростка, характерные и для миелофиброза первичного, гиполобулярность ядер и гиперхромия. Эссенциальная тромбоцитемия также, но только по нашему опыту менее часто, может трансформироваться в миелофиброз. Клетки как бы помнят свой образ первоначальный. Это также крупные гигантские клетки с гиперсегментированными ядрами, с очень широкой зрелой цитоплазмой, как правило, без формирования крупных плотных кластеров или их паратрабекулярного расположения, что характерно для первичного миелофиброза. Вместе с тем фиброз, конечно, сопряжен с эозинофилией, и, как правило, мы видим здесь преобладание зрелых элементов гранулоцитарного ростка с наличием большого количества эозинофильных форм. Вот такая публикация, которая свидетельствует о том, что при дифференциальной диагностике трех форм фи-негативных миелопролиферативных заболеваний, имеется в виду эссенциальная тромбоцитемия, истинная полицитемия и первичный миелофиброз, именно гистологическое исследование трепана биоптата костного мозга является наиболее достоверным при дискордантных лабораторных данных. И уровень гематокрита колеблется, не является надежным, и гемоглобина.
В новой редакции ВОЗ 2016 года, которую мы ждем, вводится главный критерий – более низкий уровень гемоглобина. Исчезает при полицитемической стадии истинной полицитемии, которая сейчас еще есть в классификации ВОЗ 2008 года, или повышение уровня гематокрита для мужчин 0,49, для женщин 0,48. Гистологическое исследование костного мозга вводится обязательным исследованием при пограничных значениях, особенно при развернутой стадии истинной полицитемии. Да, Ирина Николаевна, это обсуждается очень активно, есть возражение, что если клиницист видит, да, и пациент имеет все признаки клинические, лабораторные истинной полицитемии, то зачем выполнять исследование гистологическое? Тем не менее, сейчас уже принято нашим сообществом и европейской группы по изучению патологии костного мозга, что при пограничных значениях гематокрита, гемоглобина, при подозрении на истинную полицитемию гистологическое исследование трепана биоптата является обязательным. Обязательно исследуется мутация SJAK2, экзона 12, менее часто 14, как правило. Ретикулин – крайне редкое событие при истинной полицитемии. Такие данные буквально единичные есть, когда истинная полицитемия имеет мутацию калиретикулина и субнормальный уровень эритропоэтина. Дифференциальная диагностика первичного миелофиброза проводится не только в группе ФИ-негативных миелопролиферативных заболеваний, то, о чем сейчас мы только что с вами поговорили, эссенциальная тромбоцитемия, истинная полицитемия, но и другая совершенно группа – это МДС с фиброзом и тромбоцитозом с делецией длинного плеча пятой хромосомы и группы заболеваний МДС-МПЗ, куда входит атипичный хронический миелолейкоз, МДС-МПЗ неклассифицируемый и хронический миеломонстерный лейкоз в зависимости от количества бластов ХММЛ-1 или ХММЛ-2. Вот пациент с тромбоцитозом, выполняется трепанобиопсия костного мозга, морфологически мы устанавливаем диагноз МДС с делецией 5Q. Почему? Ну, потому что это единственный вариант миелодиспастического синдрома, морфологически абсолютно узнаваемый. Повышенное количество мейкариоцитов с очень своеобразной морфологией. Это крупные клетки с моно- или билобулярными гиперхромными ядрами. Расположены разрозненно, в основном паратропикулярны, иногда с тенденцией к... расположены межтропикулярно, иногда с тенденцией к паратропикулярным расположениям. Эритроидный росток расширен, как правило, с признаками дизэритропоэза. МДС с фиброзом стромы, который, как правило, имеет то или иное количество бластов в миллограмме, даже гемограмме, это РАИБ-1 или РАИБ-2, может быть увеличена селезенка, имитирует ФИ-негативное миелопролиферативное заболевание, но в таких случаях выполняется трепанобиопсия костного мозга, цитогенетическое исследование и доказывается диагноз миелодиспастического синдрома. Группа МДС-МПЗ по классификации ВОЗ, как я уже сказала, это и атипичный хронический миелолейкоз, и МДС-МПЗ неуточненный, и новая предложенная нозологическая форма, рефрактерная анемия с кольцевыми сидеробластами с тромбоцитозом. Она была предложена в 2008 году, но на сегодняшний день она уже настолько хорошо узнаваема и устоялись критерии ее диагностики, что РАРСТ будет полноправным членом этой группы МДС/МПЗ. Это те заболевания, которые объединяют в себе признаки как миелодиспластических синдромов, так и миелопролиферативных заболеваний. И по анализу крови, и по течению заболевания, и по морфологической картине в трепанобиопсии костного мозга. А вот такой пример. На пациентке 42 года, у нее очень высокий тромбоцитоз, 2 миллиона, в то же время у нее анемия, то есть есть сочетание одной пинии и одного цитоза. При морфологическом исследовании гиперклеточный костный мозг, пролиферация миокарицитарного ростка, часть клеток имеет, часть миокарицитов имеет признаки дисплазии, вот такое монолобулярное гиперхромное ядро и плотная зенофильная цитоплазма, есть микроформа, есть выраженные признаки расширения эритроидного ростка с дизэритропоэзом, причем не только мегалобластоидность, но и блок созревания эритроидного ростка, и атипичные митозы, и почкование ядер. И с другой стороны, есть признаки атипии миокарицитарного ростка, то, что мы используем и видим при ФИ-негативных миелопролиферативных заболеваниях. То есть это крупные клетки с гипер- или гиполобулярными ядрами, широкой
цитоплазмы. Алгоритм установления диагноза в гемцентре был следующий: гипертромбоцитоз в гемограмме, лейкоцитоз умеренно анемии. Цитохимическое исследование выявило 62% кольцевых сидоробластов. Цитогенетика не выявила каких-либо генетических аномалий. Было проведено исследование на наличие мутаций JAK2-BCR-ABL и 5Q с помощью FISH-исследования, и данные были отрицательные. У пациентки кепата с пленой мегалии и трепанобиоптат костного мозга мы только что видели заключение наше, что в костном мозге морфологическую картину следует отнести к заболеванию из группы МДС/МПЗ. Если мы к этому добавим кольцевые сидоробласты, то у нас вполне формируется диагноз РАРСТ – рефрактерная анемия с кольцевыми сидоробластами с тромбоцитозом. Пациентке было проведено лечение гидрой в дозе 2 грамма в сутки, но уже в мае 2013 года в миллограмме бластоз и трансформация в острый миелоидный лейкоз. Еще одно заболевание из группы МДС-МПЗ – это заболевание, которое мы дифференцируем не только с фенегативными миелопролиферативными заболеваниями, но и с хроническим фи-позитивным миелолейкозом. Резко гиперклеточный костный мозг с выраженным расширением граундстарного ростка, в то же время промежуточные формы, и особенно хорошо это видно в миелограмме, с признаками гипогранулярности, это признаки дисгранулоцитопоэза, преобладают зрелые формы в трепанобиоптате костного мозга. Выражены признаки дисплазии миокариоцитарного ростка, как правило, миокариоциты небольших размеров с гиполобулярными ядрами. Вот здесь видны признаки омоложения, паратропикулярное увеличенное количество незрелых клеток граундцитарного ростка. Как правило, мы ждем и ФИШ-исследование, и цитогенетическое исследование при дифференциальной диагностике атипичного ХМЛ из группы МДС-МПЗ и фи-негативного ХМЛ. Молекулярный патогенез и таргетная терапия – большие возможности. На сегодняшний день Ирина Николаевна об этом расскажет. И, в общем, ушли, да, уже опять-таки в историю те времена, когда, ну, какая разница, какой диагноз, все равно есть терапия гидро плюс-минус интерферон. На сегодняшний день спектр достаточно широкий, и фи-негативные заболевания – это такой прообраз хронического воспаления, когда используются иммуномодулирующие средства активно в терапии интерферон, ленолидомид и руксолитинип. Нужно сказать, что та самая знаменитая мутация JAK2, которая была установлена в 2005 году сразу 5 исследовательскими группами, она не является первой и единственной. Это лишь одно из генетических событий в целой цепочке. И более ранние события – это соматические мутации генов, участвующих в эпигенетической регуляции. Вот то самое сообщение о JAK2 негативной полицитемии ВЕРА, это истинная полицитемия, при которой была выявлена мутация калеретикулина. Надо сказать, что калеретикулин был обнаружен, с моей точки зрения, не случайно. Он имеет отношение самое прямое к тому самому цитокиновому сигнальному пути, JAK-STAT, потому что через мутацию гена STAT5 он имеет то самое эффекторное значение. А JAK2 ингибитор поэтому применяется не только при JAK2 позитивном миелофиброзе, но и калеретикулин позитивном миелофиброзе, то есть первичном миелофиброзе, имеющем мутацию калеретикулина. Если сегодня обратиться к нашим возможностям, помимо диагностики, исследование трепанобиоптата костного мозга чрезвычайно важно для гистологического мониторинга, для оценки ответа на терапию. Оценивается нормализация клеточности костного мозга, оценивается редукция или стабилизация фиброза, остеосклероза, оценивается патоморфоз клеток мегакариоцитопоэза. Для этого гематолог должен обязательно указать, каким препаратом и длительность терапии, какая терапия использовалась у данного пациента. Оценивается топография мегакариоцитарного ростка и количество мегакариоцитов. Дело все в том, что патоморфоз он совершенно различен при терапии гидрой или интерфероном. Здесь представлены признаки патоморфоза при терапии
гидрия. Это уменьшение количества микроцитов, это снижение лобулярности и гиперхромия ядер. Вот такой пример можно привести в качестве обоснования для необходимости выполнения трепанобиопсии при мониторинге пациентов, в том числе с истинной полицитемией. В 2007 году этой юной пациентке был установлен диагноз эссенциальной тромбоцитемии. Через 7 лет полная гематологическая ремиссия, все эти годы продолжалась терапия интерфероном, но тем не менее диагноз был изменен, это истинная полицитемия. И посмотрите, пожалуйста, при наличии полной гематологической ремиссии картина абсолютно та же самая. В 2007 году, в 2014 году это пролиферация трех ростков миелопоэза, характерная для истинной полицитемии, морфологии и топографии мегакариоцитарного ростка. Еще раз повторюсь, что при наличии полного гематологического ответа. МПЗ неклассифицируемая, достаточно маленькая группа, и мы не злоупотребляем этим вариантом. Это, по нашим данным, составляет около 10%, да, миелопролиферативное заболевание неклассифицируемое и устанавливается в основном на ранних стадиях, когда нам трудно дифференцировать истинную полицитемию, первичный миелофиброз или эссенциальную тромбоцитемию. Во время второй или третьей трепанобиопсии, скажем, в течение 3-6 месяцев или даже года без лечения, этот диагноз будет уточнен, но пока опухолевый клон только формируется и имеет какие-то перекрестные свои морфологические признаки. Этот термин или эту нозологическую форму мы можем использовать при сочетании миелопролиферативного заболевания с воспалительными, метаболическими процессами или опухолевыми процессами иного гистогенеза. Как правило, диагностируется при ранних проявлениях, я об этом уже сказала, или бластном кризе миелопролиферативного заболевания без анамнестических данных и без предшествующих морфологических исследований. И мы не можем использовать этот термин, эту нозологическую форму при недостаточном объеме диагностического материала, его деформации или отсутствии тех или иных лабораторных данных. Это еще раз подчеркивает то, что патологоанатом начинает свое исследование при наличии всей полноты клиника лабораторных данных. Мне бы хотелось представить в качестве клинико-морфологического наблюдения следующее. Это наблюдение было обсуждено в сентябре этого года на рабочей группе по изучению патологии костного мозга во Франкфурте. Пациенту 55 лет, мужчина, головная боль в 2013 году, лейкопения в 2014 году, в гемограмме лейкопения, лейкоциты 0,9, гемоглобин снижен, количество тромбоцитов 243 тысячи, нормобластоз уже есть, нормобласты 2%, и выявлено в гемограмме в мазке крови анизопоэкилоцитоз. Селезенка немного увеличена 13 на 5 сантиметров. В то время он работал в госпитале в Женеве, в Швейцарии, и после обследования ему был установлен такой дифференциальный диагноз: или это МДС РАИМ-2 с избытком бластов, или это первичный миелофиброз, IPSS, низкий риск. Мутация SJAK2 была у него выявлена в 12% случаев, в миелограмме уже в то время было 10% бластов. По возвращении в Москву он обратился в гематологический научный центр. В гемограмме у него тромбоцитоз верхняя граница нормы, лейкоцитов 2000 с левым сдвигом, нормобластоз. В миелограмме 7% миелобластов. И при следующем исследовании миелограммы уже 11% миелобластов. Были исследованы цитогенетический анализ не выявил каких-то генетических нарушений. При ФИШ-исследовании были исключены делеция 5Ку и трисомия 8 хромосомы. Это его данные иммунофенотипирования костного мозга, 11% бластов от ноября 2014 года. Два курса малой дозы цитозара, май 2015 года, повторное обследование, трансфузионная зависимость есть. Вот это трепанобиопсия 2014 года. В данном случае пролиферация мегакариоцитов, они кластеров не формируют, лишь такие небольшие группы, рыхлые по две клетки, но имеют незрелую морфологию, безусловно. Соотношение ядра и цитоплазмы нарушено, билобулярность ядер есть. Вот здесь есть крупные голоядерные формы, что характерно для первичного миелофиброза.
И в то же время дизэритропоэз, расширение эритроидного ростка, признаки омоложения. Что, я полагаю, наших коллег, в общем, явилось основанием о том, чтобы думать, что это миелодиспастический синдром. При окраске по гаморе, это уже наша трепанобиопсия, ГНЦ, МФ второй степени ретикулиновый фиброз, и апрель 2015 года повторная трепанобиопсия, гиперклеточный костный мозг с выраженной пролиферацией миокардицитарного ростка. И здесь мы уже видим признаки, характерные для фенегативного миелопролиферативного заболевания, и тенденция к паратрабекулярному расположению, и кластеризация мегакариоцитов, рыхлые кластеры. В то же самое время расширен эритроидный росток, и по-прежнему существуют признаки дизэритропоэза, что и было в гемограмме изначально, ионизы и поликелоцитоз. Вот эта окраска по гемзе, хорошо видны признаки дизэритропоэза. Еще один слайд атипии, пролиферации миокардицитарного ростка и увеличенное количество СХИ-3/4 позитивных клеток. Вместе с тем мы не можем по данному исследованию высказаться о трансформации в острый миелоидный лейкоз. Вот такая проводилась дифференциальная диагностика. МДС, МПЗ неклассифицируемый, с мутация JAK2, или это рефрактерная анемия с избытком бластов РАИМ-2, или это первичный миелофиброз фазы акселерации. Наш диагноз — первичный миелофиброз фазы акселерации. Таким образом, мы можем с вами, я думаю, что вы меня поддержите, сделать следующие выводы. Патоморфологическое исследование трепанобиоптата костного мозга необходимо и позволяет верифицировать нозологическую принадлежность первичной миелофиброз, в частности, другие фенегативные миелопролиферативные заболевания. И даже при дискордантных лабораторных показателях, как это бывает при абдоминальных тромбозах и фенегативных МПЗ или латентной форме истинной полицитемии. Учитывая латентную фазу фенегативных миелопролиферативных заболеваний у пациентов с абдоминальными тромбозами, необходимо патоморфологическое исследование трепанобиоптата костного мозга и как плановое молекулярное исследование на наличие всех трех мутаций JAK2, калеретикулин и MPL. Патоморфологическое исследование костного мозга необходимо при мониторинге терапевтического эффекта для объективизации ответа на терапию. Такие критерии, как клеточность кровеносной ткани, фиброз трома, окраска по гаморе и по масону, коллагеновый фиброз, признаки остеосклероза, пролиферация, топография, атипия миокардицитарного ростка, признаки патоморфоза, реакция строма костного мозга. Все это должно быть оценено в целях установления полной или частичной ремиссии и оценки редукции фиброза стромы. Спасибо за внимание. Мы благодарим Аллу Михайловну за столь подробную лекцию. Приглашаем всех слушателей задавать свои вопросы в чате. Мы обязательно адресуем их Алле Михайловне. И теперь позвольте перейти к клинической части нашего вебинара, в рамках которого Ирина Николаевна Субарцева, старший научный сотрудник отделения стандартизации методов лечения гематологического научного центра, прочтет лекцию «Современная терапия миелопролиферативных неоплазий, включая первичный миелофиброз и истинную полицитемию». Пожалуйста, Ирина Николаевна. Глубоко уважаемые коллеги, а сейчас мы с вами перейдем от диагностики миелопролиферативных заболеваний к их терапии, к их лечению. Я вам расскажу о терапии первичного миелофиброза и истинной полицитемии. Прежде всего, хочу сказать, что в 2014 году по инициативе Национального гематологического общества под руководством внештатного гематолога Российской Федерации академика Валерия Григорьевича Савченко были разработаны национальные клинические рекомендации по диагностике и терапии фенегативных миелопролиферативных заболеваний: истинная полицитемия, эссенциальная тромбоцитемия и первичный миелофиброз. Данные рекомендации были приняты на втором конгрессе гематологов, который состоялся в апреле 2014 года. Эти рекомендации размещены в электронной библиотеке на сайте Минздрава Российской Федерации в разделе «Клинические рекомендации», а также они опубликованы в журнале «Гематология и трансфузиология» и в качестве отдельной брошюры. В основе рекомендаций легли
рекомендациям международных сообществ и собственный опыт ведения больных миелопролиферативными заболеваниями. Целью написания рекомендаций послужила стандартизация диагностических и лечебных подходов в Российской Федерации. На первом этапе при подозрении на миелопролиферативные заболевания необходимо исключить заболевания, которые протекают с вторичным реактивным тромбоцитозом, эритроцитозом, либо могут приводить к развитию миелофиброза костного мозга. Истинная полицитемия, эссенциальная тромбоцитемия, первичный миелофиброз относятся к группе фи-негативных миелопролиферативных заболеваний, поэтому хронический миелолейкоз должен быть исключен. Всем пациентам должен проводиться скрининг на определение BCR-ABL. В патогенезе, в основе патогенеза при миелопролиферативных заболеваниях лежит мутация гена JAK2, либо мутация гена MPL, либо мутация гена кальретикулин. Поэтому всем пациентам должно быть проведено молекулярно-генетическое исследование для выявления мутации V617F гена JAK2. И при негативном результате, в случае отрицательного результата, определение мутации в генах кальретикулин и MPL. Трепанобиопсия костного мозга является золотым стандартом, обязательным для выполнения при подозрении на миелопролиферативное заболевание. И, конечно же, диагноз может быть и должен быть установлен только с учетом клинических данных, наличия или отсутствия спленомегалии и лабораторных данных. Уровень ЛДГ в биохимическом анализе крови, анемия, лейкоэритробластоз в гемограмме. Дифференциальная диагностика миелофиброза первичного должна проводиться с целым рядом заболеваний. Это заболевания системы крови, онкологические заболевания, инфекционные заболевания, заболевания соединительной ткани, токсическое воздействие лекарственных препаратов. Миелофиброз в костном мозге может развиваться после проведения лучевой терапии. С эритроцитозом может протекать также целый ряд заболеваний. Это острые заболевания, хронические заболевания практически всех органов, и легких, и почек, и головного мозга. И эти заболевания могут быть как хронические, так и онкологические заболевания. Ведущей причиной тромбоцитоза является дефицит железа. Поэтому у больных с тромбоцитозом в первую очередь необходимо исключить его. Но также целый ряд как острых, так и хронических заболеваний могут протекать с тромбоцитозом. Необходим тщательный сбор анамнеза и обязательно опрос по поводу приема лекарственных препаратов, так как целый ряд лекарственных препаратов, в первую очередь агонисты рецепторов тромбопоэтина, вызывают тромбоцитоз. В настоящее время диагноз фи-негативное миелопролиферативное заболевание должен быть установлен только после комплексной оценки клинических, лабораторных данных, морфологической характеристики трепанобиоптата костного мозга. И этот диагноз может быть установлен только на основании сочетания критериев согласно классификации ВОЗ, принятой в 2008 году. В 2014 году были разработаны и предложены для пересмотра новые диагностические критерии, которые, скорее всего, будут приняты и опубликованы в новой классификации. Ее издание планируется в апреле 2016 года, но в настоящее время мы пользуемся классификацией ВОЗ 2008 года. Первичный миелофиброз относится в группу классических фи-негативных миелопролиферативных заболеваний и характеризуется клональной пролиферацией стволовых клеток, аномальной экспрессией цитокинов, фиброзом костного мозга, гепатомегалии, спленомегалии, как следствие экстрамедулярного гемопоэза, наличием симптомов опухолевой интоксикации, лейкоэритробластозом в периферической крови,
невысокой выживаемости больных за счет быстрой прогрессии заболевания и трансформации во вторичный острый лейкоз. Первичный миелофиброз может быть как развившимся де ново, так и вследствие прогрессии истинной полицитемии и эссенциальной тромбоцитемии. Диагностические критерии постполицитемического, посттромбоцитемического миелофиброза включают в себя большие и малые диагностические критерии. Большие диагностические критерии – это предшествующий, предсуществующий диагноз истинной полицитемии или эссенциальной тромбоцитемии, морфологическое исследование костного мозга, которое выявляет характерные особенности, и в качестве малых критериев используют клинико-лабораторные характеристики. Клиническая картина первичного миелофиброза складывается из целого ряда синдромов. Это синдром опухолевой пролиферации, который характеризуется развитием гепатомегалии, спленомегалии, и на более поздних стадиях заболевания появляются очаги экстрамедулярного гемопоэза в легких, лимфатических узлах, почках. Спленомегалия характеризуется появлением тяжести в левом подреберье, появлением жалоб на чувство раннего насыщения, жалобы на боли, дискомфорт в левом подреберье. Гепатомегалия характеризуется наличием жалоб на тяжесть в правом подреберье и диспепсическими проявлениями. Конституциональные симптомы, как проявление первичного миелофиброза, проявляют себя болью в костях, аквагенным кожным зудом, развитием кахексии, тяжелым течением инфекционных заболеваний. Немаловажную роль играет развитие анемического синдрома, который характеризуется бледностью кожных покровов и слизистых, развитием тахикардии, одышка даже при малейшей физической нагрузке, ухудшение течения сопутствующих заболеваний. Нередко при первичном миелофиброзе развиваются кровотечения, которые могут быть носовые, желудочно-кишечные, кровотечения после малейших травм, кровотечения во время хирургических вмешательств, кровотечения после экстракции зубов. Причина кровотечений может быть различная. Если первичный миелофиброз протекает с высоким тромбоцитозом, то патогенетической основой в основе патогенеза кровоточивости приобретенный синдром Виллибранда. Кровотечения могут быть в результате нарушения коагуляционного звена гемостаза при далеко зашедшем заболевании, когда страдает печень. Тромботические осложнения нередко являются первым проявлением заболевания и заставляют пациентов обращаться к врачам. Но к врачам узким специалистам, либо к неврологам, либо к кардиологам, либо к сосудистым хирургам, когда тромбозы происходят в сосудах портальной системы. И на втором этапе при обследовании выясняется причина развития тромбозов. Это миелопролиферативное заболевание. Клиническая картина, клинические проявления первичного миелофиброза гетерогенны. И поэтому в 2014 году было проведено исследование, в которое включено 329 больных первичным миелофиброзом. Все пациенты заполняли опросники, где степень выраженности симптома каждой жалобы оценивали в баллах от 0 при ее отсутствии до 10 баллов при наибольших проявлениях, при наибольшей степени тяжести. Все пациенты были сгруппированы в 4 группы, в 4 кластера, и был проведен статистический анализ. Оказалось, что каждая группа пациентов отличается по клиническим характеристикам, а также по лабораторным характеристикам, по лейкоцитозу и тромбоцитозу в анализах крови, по прогнозу. То есть пациенты из 4 группы с наиболее выраженной клинической картиной
имели неблагоприятный прогноз. Продолжительность жизни больных первичным миелофиброзом отличается от продолжительности жизни людей того же пола и возраста в общей популяции на 30%. Поэтому после установления диагноза первичный миелофиброз необходима оценка индивидуального прогноза для пациента для выбора адекватной тактики лечения. И в 2009 году была разработана шкала, международная система количественной оценки прогноза, которая включала в себя такие характеристики, как возраст, конституциональные симптомы, анемия с уровнем гемоглобина менее 100 грамм на литр, лейкоцитоз с числом лейкоцитов более 25 тысяч и бластоз в периферической крови. Каждому из этих признаков было присвоено значение 1 балл. И по сумме баллов пациенты были сгруппированы в 4 категории риска. Низкого, промежуточного 1, промежуточного 2 и высокого риска. Данные группы отличались по выживаемости. Пациенты из группы низкого риска имели медиану общей выживаемости 11 лет, в то время как пациенты из группы высокого риска имели медиану выживаемости очень низкую, чуть больше 2 лет. В 2013 году, после проведения целого ряда исследований, такому признаку, такой категории, как анемия с уровнем гемоглобина менее 100, было присвоено значение 2 балла, что позволило стратифицировать больных в прогностические группы более точно. И при проведении дальнейших исследований было выявлено, что такой признак, такая категория, как неблагоприятный кариотип, поломки кариотипа, который включает в себя трисомию 8 хромосомы, делецию 7 хромосомы, обладают независимым прогностическим значением. И был разработан прогностический индекс DIPSS+. Со включением такого признака, такой категории, как неблагоприятный кариотип. Использование данного прогностического индекса позволяет не только предсказывать общую выживаемость, но и предсказывать риск прогрессии заболевания, риск трансформации во вторичный острый лейкоз. Однако не только генетические, но и молекулярные события определяют течение заболевания. Поэтому был разработан молекулярный прогностический индекс, молекулярная прогностическая шкала со включением целого ряда дополнительных мутаций. Это мутации, которые определяют эпигенетические события, но также отсутствие каких-либо мутаций JAK2, MPL, кальретикулин является неблагоприятным фактором. Все больные по к тому же принципу по сумме баллов группируются в категории риска. Низкого, промежуточного 1, промежуточного 2 и высокого. И данные группы отличаются по общей выживаемости. Но данный прогностический индекс только в 2015 году разработан и предложен и является рекомендательным. Важное значение имеет наличие сопутствующих заболеваний у больных миелофиброзом. Поэтому необходимо учитывать не только наличие сопутствующих заболеваний, но и степень выраженности и тяжесть данных сопутствующих заболеваний. Выбор. При решении вопроса о терапии мы должны определить цели лечения больных первичным миелофиброзом. Целями терапии является облегчение симптоматики, контроль симптомов интоксикации и улучшение качества жизни, лечение анемии другой цитопении, уменьшение массивной спленомегалии, контроль болезни включает в себя предупреждение прогрессирования, увеличение общей безрецидивной выживаемости, а также предупреждение осложнений в случае беременности и хирургических вмешательств. На выбор терапии первичного миелофиброза ведущая
значение оказывает такой фактор, как определение прогноза, отнесение пациента в прогностическую группу, которая, как я уже сказала, оценивается по шкалам IPSS, DIPSS. И терапия может быть от простого наблюдения за пациентом и проведения симптоматической терапии до более агрессивных методов лечения, которые представляют собой проведение трансплантации аллогенных стволовых гемопоэтических клеток. В настоящее время трансплантация аллогенных гемопоэтических стволовых клеток является единственным потенциальным методом, который может привести к излечению у ряда больных первичным миелофиброзом. По данным разных авторов, излечение, длительная ремиссия у больных первичным миелофиброзом после проведения трансплантации возможно от 30 до 70%. Однако есть существенные ограничения для проведения трансплантации. Это как со стороны пациента, так и ограничения, связанные с проведением самой процедуры, а также ограничения со стороны заболевания, со стороны первичного миелофиброза, поскольку нередко пациенты направляются в трансплантационные центры уже на поздних стадиях заболевания, когда в костном мозге обнаруживается миелосклероз, степень фиброза при окрашивании по гаморе 3. Лечение первичного миелофиброза складывается из лечения синдромов. Для лечения анемии используют глюкокортикостероиды, назначают эритропоэтин, возможно назначение андрогенов и иммуномодуляторов. Для купирования симптоматической спленомегалии основным препаратом является гидроксимочевином. У пожилых пациентов, пациентов старше 70 лет, возможно назначение бусульфана. В качестве паллиативных методов используют спленэктомию и лучевую терапию. Возможно назначение кладрибина, курсовая терапия кладрибином, однако кладрибин не зарегистрирован в России для данного показания, поэтому назначение кладрибина возможно в рамках научно-исследовательских институтов больших федеральных центров. Для терапии экстрамедулярного гемопоэза основными препаратами являются циторедуктивные препараты, гидроксимочевином, у пожилых пациентов бусульфан, миелосан и лучевая терапия как паллиативный метод. Для профилактики тромбогеморрагических осложнений назначают ацетилсалициловую кислоту и, конечно же, циторедуктивную терапию гидроксимочевина. Препаратов, специфических препаратов для лечения симптомов опухолевой интоксикации в настоящее время нет. В качестве симптоматических препаратов возможно использовать атаракс, габапентин, афабазол, то есть это седативные препараты, транквилизаторы. И в настоящее время нет препаратов, которые бы достоверно снижали риск прогрессии заболевания и снижали риск трансформации во вторичный острый миелоидный лейкоз. И я уже сказала, что единственным методом, который может потенциально привести к длительным ремиссиям, к улучшению выживаемости, это трансплантация аллогенных гемопоэтических стволовых клеток. Однако этот метод имеет целый ряд ограничений. В эру молекулярно-генетических открытий мы уже многое знаем о патогенезе первичного миелофиброза. Существуют как драйверные мутации, пусковые мутации, мутации, которые обеспечивают контроль сигнальных путей, эпигенетическую регуляцию, а также мутации, которые обеспечивают нестабильность генома. И каждое из этих молекулярно-генетических событий является потенциальной мишенью для синтеза новых препаратов. В настоящее время роксолитинип – это первый и единственный таргетный препарат, предназначенный для лечения миелофиброза. Он является селективным ингибитором JAK1, JAK2, воздействует на сигнальные пути JAK, нарушение регуляции которых представляет собой ключевой аспект патогенеза. И с этим связано как его эффективность, так и развитие побочных эффектов препарата. Роксолитинип зарегистрирован в России 21 марта 2013 года. В
качестве предрегистрационных исследований было проведено два крупных исследования – «Комфорт-1» и «Комфорт-2». Конечными точками данных исследований была оценка размеров селезенки, контроль симптомов интоксикации и, как вторичные конечные точки, это оценка отдаленных результатов, оценка общей выживаемости и оценка фиброза костного мозга. Руксолитинип показал высокую эффективность в терапии первичного миелофиброза. Препарат позволяет добиться быстрого уменьшения выраженности сплена мегалии, причем этот эффект длительный, сохраняется более 3 лет на протяжении терапии у большинства пациентов. И медиана продолжительности ответа со стороны селезенки в настоящее время еще не достигнута. Результаты длительного наблюдения позволяют говорить о преимуществе препарата по сравнению с наилучшей доступной терапией по влиянию на общую выживаемость. Руксолитинип может замедлять прогрессирование фиброза костного мозга, и, соответственно, это связано с более благоприятным исходом. И самое важное, один из самых важных моментов, аспектов, то, что руксолитинип улучшает качество жизни больных первичным миелофиброзом за счет улучшения конституциональных симптомов, симптомов опухолевой интоксикации, уменьшается выраженность дискомфорта в животе, в частности, в левом подреберье, увеличивается масса тела, что актуально для пациентов, которые находятся в кахексии. Выбор метода терапии основан на отнесении пациента в группу риска. Для больных низкого и промежуточного 1 риска применение агрессивных методов лечения связано с большим риском побочных эффектов, которые имеют больший риск, чем риск прогрессирования заболевания. Поэтому при отсутствии симптомов интоксикации, при отсутствии осложнений оправдано динамическое наблюдение за пациентами и проведение симптоматической терапии. Циторедуктивная терапия показана в этой группе больных только при появлении симптомов, ограничивающих жизнедеятельность больных. Для больных промежуточного 2 и высокого риска тактика лечения должна строиться в зависимости от возраста. У пациентов моложе 45 лет, без выраженной сопутствующей патологии, на момент постановки диагноза должна быть обсуждена возможность проведения трансплантации аллогенных гемопоэтических стволовых клеток. При невозможности проведения трансплантации проводится терапия цитостатиками и при необходимости симптоматическая терапия, в частности гемокомпонентная терапия. У пациентов старшей возрастной группы в возрасте 45-60 лет преимущественно используется лекарственная терапия. У пациентов старше 60 лет основная цель лечения – это поддержание качества жизни, профилактика купирования осложнений заболевания и по возможности это увеличение общей выживаемости. Руксолитинип является первым таргетным препаратом для терапии первичного миелофиброза. И местом руксолитиниба определено как лечение пациентов, отнесенных в группу промежуточного 2 и высокого риска, в качестве первой линии при наличии симптоматической спленомегалии или конституциональных симптомов. У больных, отнесенных в группу промежуточного 1 и низкого риска, возможно назначение, возможна рекомендация терапии руксолитинибом при наличии спленомегалии или симптомов опухолевой интоксикации, но руксолитиниб зарегистрирован в качестве второй и последующей линии терапии при неэффективности или резистентности к проводимой предшествующей терапии. На данном слайде представлен алгоритм лечения первичного миелофиброза, но останавливаться на нем подробно я не буду. Вы можете с ним ознакомиться в клинических рекомендациях. Критериями клинико-гематологического ответа при лечении первичного миелофиброза является оценка симптомов интоксикации, то есть конституциональных симптомов, оценка размеров селезенки и лабораторных показателей гемоглобина, лейкоцитов, тромбоцитов.
Ответ может быть определен как полный, частичный ответ, либо прогрессия заболевания. Истинная полицитемия также является заболеванием из группы классических фенегативных миелопролиферативных заболеваний и характеризуется преимущественной пролиферацией эритроидного ростка кроветворения, что проявляется увеличением числа эритроцитов, повышением уровня гемоглобина в периферической крови, также тромбоцитозом, лейкоцитозом, то есть панцитозом. При этом эритропоэз независим от нормальных механизмов регуляции. И большинство пациентов, практически все пациенты с истинной полицитемией являются носителями мутации гена JAK2 или другой функционально сходной мутации. Целями терапии истинной полицитемии является профилактика лечения тромбогеморрагических осложнений, предупреждение прогрессирования заболевания с развитием вторичного острого лейкоза или постполицитемического миелофиброза, контроль симптомов опухолевой интоксикации, кахексия, потливость, лихорадка, кожный зуд и также, как и при первичном миелофиброзе, предупреждение купирования осложнений при особых ситуациях, при беременности, во время хирургических манипуляций. Тромбогеморрагические осложнения являются основной причиной смерти пациентов с истинной полицитемией, что было показано в исследовании ECLAP, в которое было включено 1638 больных истинной полицитемией. Медиана наблюдения за больными составила 2 года 8 месяцев, практически 3 года. И половина пациентов, которые погибли во время этого осложнения, погибли именно от сердечно-сосудистых осложнений. Продолжительность жизни больных истинной полицитемии практически не отличается от продолжительности жизни больных в общей популяции, однако есть риск прогрессирования заболевания и развития вторичного острого лейкоза и постполицитемического миелофиброза. Развитие вторичного острого лейкоза связано с проводимой предшествующей терапией. И в первую очередь это терапия радиоактивным фосфором, которая ранее проводилась, и терапия алкилирующими препаратами. И в настоящее время не выявлено достоверной связи между развитием вторичного острого лейкоза и предшествующей терапией гидроксимочевиной. Контроль симптомов опухолевой интоксикации важен в этой группе пациентов, так как больные страдают от утомляемости, усталости, от бессонницы, от аквагенного кожного зуда. То есть важное значение имеет обеспечение качества жизни больных истинной полицитемии. При стратификации больных группы риска в первую очередь мы оцениваем риск развития тромбогеморрагических осложнений. Наиболее устойчивыми факторами риска являются возраст старше 60 лет и осложненный анамнез, наличие тромбогеморрагических осложнений в анамнезе. При наличии данных, показателей данных факторов пациента сразу же относятся в группу высокого риска. Необходимо учитывать сопутствующую патологию, сердечно-сосудистые факторы риска. И в этом случае пациенты относятся в группу промежуточного риска при отсутствии каких-либо неблагоприятных прогностических факторов. Больные относятся в группу низкого риска тромбогеморрагических осложнений. Лечение истинной полицитемии включает в себя лечение сопутствующих заболеваний и терапия низкими дозами ацетилсалициловой кислоты. В исследовании ECLAP показано, что назначение низких доз ацетиловой кислоты больным приводит к улучшению бессубботийной выживаемости и к снижению частоты тромботических осложнений. То есть данные рекомендации являются общими для всей группы больных истинной полицитемии. Назначение циторедуктивной терапии зависит от возраста пациентов и от тромбогеморрагических осложнений в анамнезе. В случае, если перед нами молодой пациент, моложе 60 лет, анамнез не осложнен, то возможно проведение кровопусканий эритроцитоферезом. Хочу обратить внимание, что у пациентов,
у кого заболевание протекает с высоким тромбоцитозом, более 1 000 000, необходим тщательный контроль агрегации тромбоцитов с ристамицином. Агрегация тромбоцитов с ристамицином должна быть более 30% для избежания риска приобретенного синдрома Виллибранда и чтобы избежать кровотечений. У пациентов старше 60 лет или с тромбогеморрагическими осложнениями в анамнезе необходимо проводить циторедуктивную терапию. Базовым препаратом, основным препаратом является гидроксимочевина. У молодых пациентов назначают интерферон альфа. У пожилых пациентов старше 70 лет назначают бусульфан. Важным аспектом, важным фактором является поддержание гематокрита менее 45%, так как в исследовании ЦИТО-ПИВИ было показано, что поддержание гематокрита менее 45% снижает риск тромбогеморрагических осложнений у больных истинной полицитемии в 4 раза. Поэтому гематокрит 45 – это целевой уровень, к которому нужно стремиться при терапии. Что же все-таки является первой линией терапии истинной полицитемии? Гидроксимочевина или интерферон? Гидроксимочевина – хорошо известный препарат, который обеспечивает эффективный контроль показателей клинического анализа крови, обеспечивает профилактику тромботических осложнений у большего числа пациентов. Однако это паллиативная терапия, которая не приводит к излечению больных и возможен лейкозогенный эффект. В настоящее время он не доказан. Это единичные сообщения, это описание клинических наблюдений, но полностью мы исключить лейкозогенного эффекта не можем. Кроме того, при терапии гидроксимочевиной возможно развитие резистентности, непереносимости. Резистентность мы определяем как отсутствие адекватного контроля гематокрита, гемоглобина, эритроцитов, отсутствие контроля тромбоцитозом в клиническом анализе крови, отсутствие контроля размеров селезенки при терапии гидроксимочевиной в максимальной дозе, дозировке 2 грамма в день в течение 3 месяцев. Непереносимость гидроксимочевина мы определяем как развитие нейтропении, тромбоцитопении, анемии при терапии в минимальной дозировке гидроксимочевины, либо развитие негематологической токсичности. Наиболее частыми негематологическими осложнениями гидроксимочевины являются осложнения со стороны кожи и слизистых. Это развитие стоматитов, развитие эритемы, развитие язв в области голени. Эффективность терапии гидроксимочевины оценивается по критериям, предложенным Европейской организацией по изучению и лечению лейкозов. Впервые эти критерии были разработаны и предложены в 2009 году и включают в себя контроль гематокрита, контроль тромбоцитов, лейкоцитов, нормальные размеры селезенки и нет симптомов опухолевой интоксикации. Однако последующие критерии, последующие наблюдения, последующие клинические исследования показали, что у пациентов, у которых достигнут полный ответ, полная ремиссия в соответствии с данными критериями, оставался высоким риск тромботических осложнений и высокий риск прогрессии заболевания, высокий риск развития постполицитемического миелофиброза либо трансформации в острый лейкоз. Поэтому в 2013 году старые критерии были пересмотрены и включен еще один показатель. Это гистологическое исследование костного мозга, то есть нормальная картина костно-мозгового кроветворения. В настоящее время данные критерии являются рекомендательными. Они используются в рамках клинических исследований и в общей практике, в практике ежедневной для каждого гематологов. Скорее всего, их в настоящий момент невозможно выполнять, но к этому мы должны стремиться. Тактика терапии истинной полицитемии строится в зависимости от эффекта, который мы получаем на терапию. При достижении полной ремиссии терапию мы продолжаем. При развитии резистентности или непереносимости нам необходима смена терапии,
И в случае достижения частичного ответа, частичной ремиссии, тактика индивидуальна для каждого случая. Что же такое индивидуальная тактика? При сохранении тромбоцитоза в клиническом анализе крови, в случае потребности в кровопусканиях, при наличии спленомегалии или конституциональных симптомов, возможно продолжить проводимую терапию. И при хорошей переносимости возможна эскалация доз препаратов. Однако в случае присутствия лейкоцитоза или в случае тромбогеморрагических осложнений в анамнезе необходима смена терапии. Интерферон альфа – это препарат, который хорошо нам известен также, который обеспечивает редукцию опухолевого клона, то есть снижение аллельной нагрузки JAK2. Выявлено, что у трети больных, у 27% больных полная ремиссия, клинико-гематологическая ремиссия после отмены препаратов интерферона сохраняется в течение длительного времени. И появляются отдельные сообщения о том, что интерферон вызывает гистологическую ремиссию, то есть нормализацию картины костного мозга. В настоящее время проводятся исследования по терапии пегилированным интерфероном альфа. Это исследование второй, третьей фаз. И планируется, что интерферон в ближайшее время будет зарегистрирован для терапии истинной полицитемии. Но в настоящее время интерферон в Российской Федерации и в мире не зарегистрирован. Вторая линия терапии истинной полицитемии – это роксолитинип. Роксолитинип зарегистрирован в качестве второй линии терапии больных истинной полицитемии в случае резистентности или непереносимости гидроксимочевины на основании данных, которые получены в клиническом исследовании «Респонс». В это исследование были включены пациенты с резистентностью и непереносимостью гидроксимочевины. Пациенты рандомизированы на две группы. Первая группа больных получала терапию роксолитинибом, и вторая группа больных получала наилучшую доступную терапию. В качестве наилучшей доступной терапии выступали гидроксимочевина, интерферон, пегилированный интерферон, ангрелит, либо простое динамическое наблюдение за больными и симптоматическая терапия. Роксолитинип показал высокую эффективность, хорошую переносимость по сравнению со сравниваемой группой. В настоящее время клинические исследования продолжаются, и в эти клинические исследования включены особые группы пациентов. Это пациенты без массивной спленомегалии, это пациенты с тяжелыми симптомами интоксикации на фоне терапии гидроксимочевиной. Поэтому возможны показания для назначения роксолитиниба у больных истинной полицитемии в ближайшее время будут расширены. Итак, суммированные рекомендации для лечения истинной полицитемии. Для всех пациентов терапия низкими дозами ацетилсалициловой кислоты, контроль гематокрита менее 45% и лечение сопутствующих заболеваний. При гиперурикемии, при повышенном уровне мочевой кислоты в биохимическом анализе крови назначают аллопуринол в минимальной дозировке, это 100-300 мг в сутки. Для симптоматического лечения кожного зуда применяют антагонисты гистамина. В ряде случаев помогают препараты ацетилсалициловой кислоты, миелосупрессивные препараты, пувотерапия, транквилизатора. Необходимо помнить, что плановые хирургические вмешательства лечения у стоматолога должны быть отложены до нормализации числа эритроцитов и тромбоцитов в клиническом анализе крови. Пациентам необходимо проводить кровопускание либо эритроцитоферез для поддержания, для контроля уровня гематокрита менее 45%. При плохой переносимости кровопускания эритроцитофереза, что определено как потребность в кровопусканиях чаще, чем один раз в 3 месяца. При этом при симптоматической или прогрессирующей спленомегалии, либо при других признаках прогрессирования болезни, таких как потеря веса, потливость, субфибрилитет,
нарастание лейкоцитоза, тромбоцитоза, больные нуждаются в циторедуктивной терапии. В качестве первой линии у пациентов может быть использована либо гидроксимочевина, либо интерферон альфа. Однако необходимо помнить, что в настоящее время интерферон альфа не зарегистрирован для этого показания. При резистентности, непереносимости гидроксимочевина препаратом выбора является руксолитинип. Однако на руксолитинибе терапия миелопролиферативных заболеваний не оканчивается, и проходит целый ряд клинических исследований, как по комбинированной терапии, когда руксолитинип комбинируется с препаратами принципиально иного, другого механизма действия. Это позволяет повысить эффективность терапии и снизить вероятность побочных эффектов. Также это клинические исследования принципиально новых молекул, принципиально новых препаратов. И в заключение хочу сказать, что за последние 10 лет, которые прошли со времени открытия мутации JAK2, достигнут огромный прогресс в понимании биологии миелопролиферативных заболеваний, что привело к развитию новых терапевтических препаратов, новых терапевтических возможностей. Лечение миелопролиферативных заболеваний в настоящее время требует индивидуального подхода, который включает оценку сопутствующих заболеваний, определение прогноза и своевременное принятие решения о проведении аллогенной трансплантации костного мозга. Ингибиторы JAK2 являются эффективными препаратами для лечения больных первичным миелофиброзом истинной полицитемии, и в настоящее время клинические исследования продолжаются. Спасибо за внимание. И хочу сказать, что в гематологическом научном центре проводится как диагностика, так и лечение фенегативных миелопролиферативных заболеваний. И все пациенты могут быть направлены в гематологический центр, где им окажут соответствующую как диагностическую помощь, так и помогут с выбором тактики терапии. Спасибо большое, Ирина Николаевна. Благодарим вас за такую широкую мультидисциплинарную лекцию, за рассмотрение всех возможностей лечения как истинной полицитемии, так и первичного миелофиброза. И позвольте задать несколько вопросов. Гематологический научный центр – ведущее федеральное учреждение. Какое количество пациентов с первичным миелофиброзом наблюдается в центре и какое количество первичных случаев вы регистрируете в год? В гематологическом центре существует консультативное отделение, отделение стандартизации методов терапии, куда обращаются за помощью пациенты как без диагноза, мы помогаем установить диагноз, так и в любой момент наблюдения. С любыми вопросами в случае спорной терапевтической тактики, для принятия каких-либо сложных решений. В год к нам обращаются около 300 пациентов с фенегативными миелопролиферативными заболеваниями, и доля первичного миелофиброза составляет третью часть. Это 90-100 пациентов в год. Спасибо. Из этих 90-100 пациентов на какой стадии чаще всего вы регистрируете заболевание? К какой группе риска относятся пациенты? Ранее к нам пациенты обращались уже в запущенных стадиях с массивной спленомегалией, с развитием анемии, лейкопении, с тяжелыми инфекционными осложнениями, пациенты с тромботическими осложнениями. Однако в настоящее время доля пациентов в продвинутой стадии, в тяжелой стадии становится все меньше, и к нам обращаются молодые пациенты в самом дебюте заболевания, когда заболевание только начинается, и первым проявлением чаще всего является тромбоцитоз. Поэтому в настоящее время основную долю пациентов составляют пациенты на самом-самом начале развития заболевания. То есть это пациенты низкого риска. А с чем связано это? С улучшением диагностики или с повышением медицинской настороженности? Конечно, с улучшением диагностики. Если раньше в клинический анализ крови подсчет тромбоцитов не входил, то сейчас развернутый клинический анализ крови выполняется абсолютно всем пациентам. Конечно, с улучшением диагностики.
Спасибо большое. И небольшой практический вопрос. В вашей лекции вы коснулись дозировок руксолитиниба при первичном миофиброзе, используемых в рамках клинических исследований. Не могли бы вы чуть более подробно остановиться на том, какие дозировки вы используете в своей клинической практике, каким алгоритмом вы пользуетесь при уменьшении или при увеличении дозировки, если это применимо? При назначении руксолитиниба необходимо учитывать число тромбоцитов в клиническом анализе крови. При нормальном числе тромбоцитов дозировка руксолитиниба стандартная составляет 20 мг дважды в сутки. При развитии тромбоцитопении, при снижении числа тромбоцитов менее 100 тысяч, дозировка руксолитиниба должна быть редуцирована. Редукция дозировки на 5 мг дважды в сутки, то есть 10 мг в сутки. При развитии тромбоцитопении менее 50 тысяч необходима отмена препарата, но важным моментом являются данные, которые мы получили уже после регистрации препарата, о том, что более эффективна длительная постоянная терапия препаратом даже в минимальной дозировке, чем прерывистая терапия. Поэтому при решении вопроса об отмене руксолитиниба необходимо руководствоваться не только числом тромбоцитов, но и наличием геморрагического синдрома. Поэтому тромбоцитопения менее 50 тысяч являются относительным показанием для отмены препарата. И даже при более глубокой тромбоцитопении, но отсутствии геморрагического синдрома, терапия должна быть продолжена, но продолжена в минимальной дозировке 5 мг дважды в сутки. Максимальной дозировкой препарата является 25 мг дважды в сутки. Спасибо большое, очень подробный ответ. И хотелось бы озвучить вопрос наших слушателей касательно применения и возможности применения руксолитиниба у пациентов после спленэктомии. Является ли это противопоказанием к применению препарата? Есть ли какие-то особенности, если это не является противопоказанием? Руксолитиниб зарегистрирован в настоящее время для больных при наличии двух показаний. Это массивная спленомегалия. И второе показание – это наличие конституциональных симптомов, симптомов опухолевой интоксикации. Поэтому после проведения спленэктомии, если сохраняются симптомы опухолевой интоксикации, это некупируемый кожный зуд, это истощение пациентов, боли в костях, носалгии, то назначение руксолитиниба возможно именно для купирования симптомов опухолевой интоксикации. Большое спасибо, Ирина Николаевна. Большое спасибо всем слушателям, которые присоединились к нам для просмотра вебинара. Мы также благодарим докторов, которые присоединились к нам на прямой связи с города Нальчика. Хотелось бы сказать, что серия вебинаров подходит к своему концу. Мы будем рады получить ваши вопросы, если они возникнут впоследствии, на нашем сайте www.medinova.org. Пожалуйста, воспользуйтесь формой обратной связи. Мы будем рады адресовать ваши вопросы и прислать вам ответ. Таким образом, резюмируя, прощаемся с вами и до новых встреч.